Ага, ребята, мы раньше приехали, времени еще убирают наш номер. Ну, очень красиво так. Мы в Сосновке, уже могу сказать. Ну, это никакая не интрига была, просто... У кого-то день рождения тоже было, видите? Спасибо большое Кате, которая посоветовала эту базу отдыха. Это очень красиво. Ну, как посоветовала посредством того, что я посмотрела видео. И, соответственно, тоже захотела сюда приехать. Дерево такое красивое. Будет обзор дома, будет все, все будет. Но мы уже здесь. Очень трудная дорога была, трудный путь. А чем трудный? Тем, что мы приехали на автостанцию. Там какие-то работают люди немножко неадекватные, нам нахамили, продали не те билеты, потом не вернули деньги за те билеты, которые продали. Мы ж не знали, куда, какое, что ехать, как. Потом в итоге я нашла водителя, который мне сказал, что можно доехать до Новомосковска, а потом сюда. Ну, может, сюда доехали на такси, потому что там, ну, многовато действительно идти. Я не думала, что так много нужно идти вообще. Поэтому такой трэшовый был, как сказать, трэшовый доезд. И вообще я поняла, что лучше иметь свою машину, чтобы ездить на подобные базы отдыха. Но поскольку я машину не имею, поэтому что есть, то есть. Но очень красивая, безумно красивая территория на видео. Оно не так смотрится. Здесь можно вечером сесть на лавочках, посидеть. Все чисто, все красиво. Я там заезд не снимала, потому что нас таксист привез. Но там, видите, большие какие-то домики. Или это та же база, не та. Может быть, мы завтра тоже поедем на такси, потому что красивейшее небо. Потому что, ну, так будет удобнее до Новомосковска, а потом обратно. Именно на такси. Ну, посмотрим, как оно будет. Я не загадываю наперед. Такие маленькие цветочки. Вроде бы все просто и максимально бюджетно. Примерно бюджетно сейчас я могу вам сказать. Домик стоит 650 гривен. Доехать нам стоило 120, по-моему, гривен вместе с Новомосковском и с такси. Такси 70 гривен. Прямо на вокзале забрали. Но можно найти и позвонить. Сколько? И продукты гривен. 300-400 вышли. Вот, в принципе, и считайте, сколько получается. Но потом в итоге я уже в каком-то из последних видео я вам уже потом скажу, сколько вот конкретно получилось. Музыка играет. Я надеюсь, ее не будет слышно на видео, потому что мне придется тогда не выставлять его. В общем, спасибо, ребята, что посмотрели это видео. Мы так тяжело добрались, но мы сегодня, я чувствую, очень-очень классно отдохнем. Мы походим по территории, погуляем и вам что-то покажем. Речка тут очень классная, но мы не взяли купальники. Я просто подумала, что будет речка грязная, я не захочу в ней купаться. Но это уже такое, это уже мелочи жизни. Все, ребята, мы зашли в наш домик. Посмотрим, как он будет выглядеть с той стороны. Но пока хочу показать внутреннюю часть. Есть огнетушитель, потому что домик, видите, из чего сделан. Инструкция. Так, это туалет, как я понимаю. Давайте посмотрим, начнем. Вот тут что нельзя делать. Не выносить из номера пледа, одеяло, полотенце и прочий инвентарь. Постельное белье, обогреватель. Курить в номере запрещено. Администрация Соснов. Кстати, нам можно не сразу платить. Не сказали, когда удобно, тогда подойдете, заплатите. Рассчитаетесь. Ой, тут по-другому душевая, чем она мне на видео сбрасывала. Видите, здесь такое зеркало. Нам убрали здесь прям. Ну, краник, конечно, ну, я не буду придираться. В общем, смотрите все сами. Потому что я в тот раз... Ну, воняет вот этим, поняла, моющим. Бойлер есть тоже. Я не буду придираться, видите все сами. То есть что-то буду комментировать, потому что одна лампочка работает. Потому что... Да, закрыть окно. Потому что очень громко музыка, потом открою. Ну, за 650 гривен я считаю, что нормально. Раковина, туалет, туалетная бумага. Здесь такой коврик для... А тут интересно, свет включается или нет? Ну, я не вижу тут больше выключателей. Так, смотрите, здесь есть коврик, шторка. А там нет полотенец? Странно, я думала, что будет полотенце. Ну, ладно. Ну, там написано было. Надо было на переноску брать свою. Вот это ванна. Давайте дальше. Посмотрим, что ты уже тут открыла шкафы. Что, не достает? Где провод от холодильника? Вот провод.
Так он вставлен в холодильник, он работает. Давай посмотрим, давай покажем холодильник. Вот чайничек обычный, микроволновка чистая. Ну, будешь холодный, холодит. Ну, гудит, должен быть. Холодные вот эти стенки. Просто он такой не горит. Холодильник вроде бы как чистый. Вроде бы как морозилка. То, что нужно есть. Но только нужно все с собой брать. Это стол, за который можно покушать. Кровать большая. Новую застелили, это плед. Он слегка немножко грязноватый. Ну, ладно, не буду. Я же обещала не критиковать. То есть это такой маленький-маленький номер. Здесь вешалочки такие. Мы ходим босыми ногами, тут только что убрали. Большой шкаф. Вот. Две тумбочки такие уже староватые, но тем не менее неплохие. Надо будет у них спросить, но если написано, что полотенца не выносить, значит должны быть полотенца. Вот. Там тоже такая же тумбочка. Вентилятор, это самое главное сейчас, потому что жарковато, честно говоря. Конвектор, наверное, зимой, когда холодно, включается. Телевизор, шкаф. Вижу две вешалки. Три вешалки. Давайте посмотрим дальше. Полотенце я нашла. Ой, так у них фирменные, смотри. Сосновка. Вот. Сосновка. А вот это я не знаю, что это. Перестилать что-то? Застилать. Это укрываться, наверное. Сосновка, смотрите, классно. Это если холодно. Убрать. Одеяло или подушки. Нет, одеяло. Одеяло, полотенце уже на место. Так. Ну, прикольно, даже брендированное. Это за 650 гривен. Да. Уже кто-то ее жевал, конечно. Я так понимаю, здесь есть проблемы с мухами. Вот окошко такое, жалюзи есть. Это очень... Хорошо, кошка. А что эта кошка, она открывается? Я боюсь поломать. Не трогай. Чего не трогай? Ну мне же надо открыть. Может, мне на проветривание не подходит. Там у нас такой вид из окна. Ну я всегда лучше руками не трогать, потому что я себя знаю. Просто поломаю. Сюда в кайф приезжать на большее, конечно, количество дней, но у нас таковых нет. Это роутер, наверное. А, нет, от телевизора. Но интернет здесь тоже есть. Какого качества посмотрим, попробую какой-то видос уже сегодня выложить. Уже посмотрите. Сейчас на улице могу чуть-чуть показать, но... Вам тут глазок. Вам что-то видно, нет? Там просто музыка играет. И люди. Вот, блин, а как оно закрывается? А, вот, я нашла, как закрывается. Ну, в принципе, номер неплохой, мне кажется. Как вы скажете, за 650 гривен. Быстренький обзор. Сейчас будем обедать, завтракать. Я еще не завтракала. Люстры такие сверху. И будем уже собираться. Немножко отдохнем и пойдем гулять, дышать свежим воздухом. Поэтому, ребята, спасибо большое за внимание. Продолжение мы уже снимем, когда будем гулять. Обзор вышел очень быстро, там буквально минут 5. Все. В поисках интернета забрели. Ну, я не знаю, я сомневаюсь, что они такой большой могут строить. Хотя, ну, вот этот же домик похож на это, значит, это их территория. Столовая. Кстати, буквы столовая выглядят новые. Может быть, это будет столовая. Такие большие, большие витражные окна. Фит заборонено. Скорее всего, что это лагерь. Кирпичи кому надо? Фирма Лейер. Много не утащить. Осторожно, не наступила, думаю, там же дырка. Тут тоже, видите, такие штуки можно закрывать. Чтоб солнце, если кому мешает. А там лес. Шишки. Угу. Деревья. Что-то желтые такие вон. Желтые лысые. Может быть. Мы по второму кругу гуляем. Я надеюсь загрузить все-таки видео. Для вас. Стараюсь для вас. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нас будет больше, и нам будет с вами интереснее. А вот это интересно, что за деревья, да, такие интересные. Прям такое большое, многовековое. А вот, вообще красота, еще эти тучи. Кайф. Я в первый раз за последнее время
Радуюсь реально мелочам каким-то. Очень красиво и хорошо. Хорошо жить. И нужно жить. Жить и радоваться. Короче, да, можно что-то мыть, наверное, я думаю. Что-то оно такое. Тут и собачки, и все. Все-все-все. Я знаю, что я повторяю по несколько раз, но, блин, такой кайф. Поэтому спасибо большое еще раз, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы очень скоро с вами встретимся на базе отдыха «Сосновка». Пока!